tulemast Ida-Virumaale, tere tulemast Kohtla-Järve kultuurikeskusesse, sellele ilusale kevadisele folkloripeole. Добро пожаловать на концерт открытия 13-го международного праздника песни и танца «Славянский венок» в Эстонию. Наш красивый город Кохтла-Ярве и великолепный дом, культурный центр города Кохтла-Ярве. Далеких городов. Очень приятно, с другой стороны, еще отметить в том, что ведь если смотреть «Славянский венок», его историю, то жаль, что вот уже 6-7 лет практически с нами нет большого человека, большого буквы человека, который был мотор всего этого «Славянского венка» на протяжении десятилетий. Конечно, это наш ушедший уже от нас господин Сергей Васильевич. Последние годы принадлежат все, что создано под эгидой «Славянского венка». Очень здорово, что сегодня есть люди, которые поддерживают, продолжают эту большую, огромную работу для того, чтобы мы могли встретиться вот таких, с такими великолепными исполнителями, которых мы сегодня видели в зале. Огромное вам спасибо, кто выступал на сцене. И, конечно, хочется поблагодарить эту публику, которая пришла сегодня и присутствовала на этом концерте. Добрый путь в этом году «Славянский венок».